Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре новинка на рыболовном рынке России от компании Maximus, серия фидерных удилищ, называется New Adventure. Серия включает пока в себя 4 модели. Это в росте 330 сантиметров до 50 грамм. Это вот он ближний ко мне. Дальше идет 3 модельки в росте 360 сантиметров. Это до 60, до 90 и до 120 грамм. Дизайн, как вы видите, довольно приятный, неброский, ну, можно сказать, даже солидный. Удилище изготовлено из карбона 24-30 тонн. Что крайне важно, то, что в бюджетных и среднебюджетных фидерах частый производитель использует вклейку рукояти к бланку. То есть вот в этом месте мы имеем вклейку, либо вот в этом. Здесь же, как на примере пикера, бланк у нас цельный, как вы видите, и только на него, вот на нижнюю часть, да, где в часть рукояти, уже наклеена эва, вот в моделях 360 длины, а в пикере, как вы видите, здесь голый бланк, и только внизу у нас эва для удобства держания рукой. Катушка-держатель с нижней гайкой. Ну, как вы, если смотрите мои видео или обладаете моими фидерами, это Сабанеев Импульс, точность также катушка-держатель имеет нижнюю гайку. Это максимально надежные катушка-держатели, которые никогда не сломаются, в отличие от держателей, которые с верхней, дешевых держателей, которые ставят некоторые производители на свои бюджетные модельки, и поэтому люди жалуются, что закручивают, и у них отваливается держак. Значит, по кольцам, по фурнитуре. Фурнитура SIG. Противозахлестные у всех фидеров нижние кольца. И далее у пикера вот этого 330 до 50 идут двухлапые кольца по всему бланку. А у остальных моделей в росте 360 до 60, до 90, до 120, как вы видите, уже трехлапые. Соответственно, тест фидера выше, мощность на удилище, на бланк выше, поэтому поставили такие колечки. Обратите внимание, что в комплекте к пикеру 330 до 50 у нас идут две вершинки. Это зеленая, самая мягкая, и красная, соответственно, самая жесткая. Обе вершинки карбон, как и ко всем фидерам, все вершинки у нас карбоновые. Посадочный диаметр 2,9 мм. Диаметр колец средний, пропускных. То, соответственно, такой диаметр позволяет работать с шок-лидером на карповых водоемах, либо реках, где вы будете ловить. И 4 вершинки у нас идут к удилищам в длине 360 сантиметров до 60, до 90, до 120. Как вы видите, все вершинки карбон. Беленькая, зеленая, желтая и красная. Соответственно, здесь маркировки по унциям нет. Вы можете выбирать, исходя из цвета, необходимую жесткость вершинки. В целом могу сказать, что удилища довольно силовые, среднего строя. При этом, если у вас даже случится поломка, пожалуйста, обращайтесь. Мы 2 запчасти в год вам сможем предоставить бесплатно в период проведения такой акции только нашим покупателям и тем, кто подписан на минимум на 3 социальные сети магазина Multifish. Это YouTube, Telegram и ВКонтакте. Вместе с этим мы даем бессрочную гарантию на заводской брак на все удилища, купленные у нас. Условия таких акций читайте на сайте Multifish в разделе программы лояльности. А теперь, я думаю, давайте разложим и посмотрим строй. Так, друзья, разложили пикерочек в руках с разнесенной рукоятью. Ну, лежит приятно, видите, вот двумя пальчиками. Такая изящная моделька, да? Средний строй прогибается под нагрузкой на поверхней границе теста. Если будете перегружать вплоть до рукояти, нагружаем. Ну, строй, кому-то нравится полупараболик, может сказать. Вот. Я бы сказал, что это средний строй.
Именно вот такой строй необходим для ловли карпа на платниках. Значит, 360-60, то есть именно как универсальный фидер, если вы его хотите использовать. Вот для платничка просто идеально. Он будет далеко бросать и будет вязать рывки крупной рыбки. Нагружаем. 360-60 это у меня в руках, смотрите. Ну, то же самое, точно такой же строй. 360-90. Здесь уже видите колечки такие крупные. Как и на 360-60, точность так же. Ну, строй точность такой же, как вы видите. Давайте нагрузим. Смотрите. Ну да, мощь чувствуется. То есть такая прям вот катапульта заряженная. Ну и 360-120. Абсолютный аналог. Силовая палка. Тяжелые, мощные кормушки будет метать вам очень хорошо у вас. Ну, точность такой же строй, как вы видите. Итак, друзья, посмотрели. Я думаю, что пригодится. Действительно, надежные, мощные, неприхотливые фидера для практически всех условий ловли. Я думаю, что вы будете ими довольны. Плюс поддержка запчастями. О технических характеристиках: вес, длина, диаметр бланка, длина рукояти, диаметр внутренней нижнего кольца и так далее. Пожалуйста, посмотрите по ссылке под видео на сайте Multifish. Я лично это измерил и туда занес. Соответственно, заходите в раздел, и в описании, и в технических характеристиках вы увидите все эти детали. Ну, соответственно, фидера все комплектуются, поставляются, точнее, вот в таком фирменном чехле. Отдельно есть деление под тубус с вершинками и отдельно под три колена, соответственно, в данном исполнении. Ну, чехольчик недорогой, не синтетический материал, не впитывающий запахи, на клапан на завязках, внизу тоже завязочки, ну, что еще можно здесь сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх, нажимайте и кнопочку подписаться, буду вам за это очень благодарен. Всего доброго и до новых встреч!